Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя Перри Стоуна. Я хочу поприветствовать вас на особом учении, в котором мы будем говорить о древних символах и пророческих притчах, связанных с возвращением Христа. Надеюсь, что вам понравится это учение, и вы многое возьмете для себя. Евангелие от Луки, 12 глава, 35 стих. «Христос сказал, да будут чресла ваши припоясаны». Слово «чресло» весьма интересное. Мы не используем его сегодня. «И светильники горящими». Читая этот стих, мы видим слово «чресло» и «светильники горящими». Мы представляем себе светильники на потолке, которые включаем с клавиши. Но во времена Христа все было иначе. Я использовал этот стих, потому что многие вещи можно понять лишь в контексте еврейской культуры времен Христа. В Библии, и особенно в притчах, есть истории, которые можно понять лишь в контексте римских времен. Например, использование серпа. Мы не используем его сегодня. А также точило. Библия также говорит о нем. Если вы отправитесь в Израиль, то можете увидеть эти предметы, оригиналы и реплики. Все эти вещи использовались во времена Христа. А вы должны понимать культуру определенных предметов. Кроме того, некоторые слова Нового Завета нужно изучать на греческом, потому что перевод на английский, например, 1611 года, может иметь два значения. Например, слово «сила» может означать три, четыре разных слова на греческом. Для понимания некоторых слов нужно знать историю тех времен. Например, когда Иисус говорил об окрашенных гробах, полных костей и нечистот. Мы еще раз смотрим этот стих из Евангелия от Матфея подробнее. Мы должны понимать культуру тех времен. Но в первую очередь мы должны знать, что во времена Христа говорили на четырех основных языках. Иврите, арамейском, греческом и латыни. На иврите в основном говорили религиозные евреи, которые жили в Иерусалиме. На арамейском говорило большинство жителей Израиля, особенно в Галилее. На греческом говорили греки на Ближнем Востоке, а на латыни говорили римляне. Это был основной язык Римской империи, на котором говорили граждане Рима. Также во времена Иисуса было три главные культуры — греческая или эллинизм. Она пришла с Александром Великим, который завоевал весь Ближний Восток, Индию и Египет. Эллинизм говорит о греческом влиянии, которое существовало даже во времена римлян. Вторая влиятельная культура — римская. Римские законы управляли миром. Рим имел полный военный контроль. Но также не стоит забывать про евреев, которые находились под римской оккупацией. Та страна, которую мы называем Израиль, была оккупирована римскими солдатами. Римляне контролировали даже храм. Также важно понимать, что в Новом Завете есть слова и фразы, которые можно понять лишь в культурном контексте. Например, иудеи использовали лишь несколько символов, боясь идолопоклонства. В храме не было лиц, статуй, лидеров. Они не разрешали использовать монеты с изображением Цезаря в храме. Часто на монетах, используемых в храмовом служении, были изображены геометрические фигуры, деревья, плоды и прочее. Евреи боялись, что другие изображения могут привести к идолопоклонствам. У римлян же и греков были монеты, на которых они изображали своих императоров и императриц. И учитывая языки и культуру тех времен, мы рассмотрим символизм времен Христа. Вы можете найти множество символов в Риме. Там есть так называемые римские катакомбы. Катакомбы — это подземные захоронения протяженностью в 40 миль. Это различные туннели с произведениями искусства и символами. Их общая протяженность во все стороны — 40 миль. А в этих катакомбах много христианских символов. Они изображают Христа и воскресение. Я хочу показать вам символы в римских катакомбах, потому что мы говорим о греко-римской культуре времен самого Иисуса. Я вкратце расскажу вам, что означают эти символы.
И первый из них называется «Добрый пастырь». Часто в катакомбах можно найти образ доброго пастыря, который несет овцу на плечах. Мы читаем в 22-м псалме: «Господь, пастырь мой, Он ведет меня долиной смертной тени». Вот откуда пошло это выражение. Образ доброго пастыря — это прообраз того, когда Христос проводит верующего через смертную тень. Кроме того, там можно увидеть изображение голубя. Голубь в Евангелии от Матфея, 3 главе, 16 стихе, представляет Духа Святого, который сошел на Христа. Но во времена римлян он также представлял душу христианина, наполненную Духом Святым. Он также говорил о том, что в воскресении Дух оживит смертное тело, когда этот человек воскреснет из мертвых. Ириней, отец церкви, во втором столетии заметил, что слово «голубь» на греческом в паре с его численным значением дает цифру 801. Он также заметил, что альфа и омега, первая и последняя буква греческого алфавита, также дает цифру 801. Голубь, сошедший на Христа, представляет тот факт, что Иисус является альфой и омегой в нумерологии ранних отцов церкви. Далее, третий символ, который есть в тех же катакомбах, это Ноев ковчег. Все очень просто. Как говорит Писание, 8 душ спаслись от потопа. И эти 8 душ начали новую жизнь после того, как воды сошли. Он изображает верующих, которые умерли для прошлого в крещении. Выходя из вод, они воскресали к новой жизни. Ноев ковчег представлял смерть в воде и воскресение к новой жизни. Но он также представлял верующих, которые однажды воскреснут к новой жизни в Царстве Божьем. Как умер старый мир и появился новый после потопа, так однажды старый мир умрет, и, как говорит Иоанн, появится новое небо и новая земля. А вот почему ковчег можно часто увидеть в катакомбах. Четвертое изображение, которое можно увидеть в катакомбах — кит Ионы. В Евангелии от Матфея, 12 главе, 40 стихе, Христос сказал, что как Иона пробыл 3 дня и 3 ночи внутри кита, так и Сын Человеческий должен пробыть 3 дня и 3 ночи в сердце земли. Это представляет Христа и Его воскресение. Часто, когда верующий умирал, они рисовали кита в качестве символа воскресения Христа из мертвых после распятия. Если человек верил во Христа, то однажды он также воскреснет из мертвых. Я помню, как впервые попал в катакомбы и увидел там весьма странное изображение. Сначала я подумал, что это свастика. С нами был священник, и я спросил его: «Это что, свастика?» Он сказал: «Это свастика, закручена в другое направление». Когда Гитлер взял этот символ, то завернул его в другую сторону. Это интересно, и большинство людей не знает об этом. Тот символ, который мы сегодня называем свастикой, использовался в греческой и римской империи для обозначения жизни или вечности. Позже христиане перестали использовать этот символ, потому что другие религии мира начали использовать его для обозначения жизни и воплощения. Вот почему христиане перестали использовать его. Конечно, сегодня не стоит использовать этот символ, потому что его использовал Гитлер и другие ложные религии. Вот почему его не стоит связывать с христианством. Но этот символ есть в больших захоронениях и римских катакомбах конца 1 и 2 столетия. Кроме того, у ранних христиан были и другие символы. Эти символы очень важны. А я покажу вам 4 символа, которые появились во времена Первой Церкви, а также во 2, 3 и 4 столетии.
Один из этих символов стал эмблемой христианства. Я говорю о символах, которые использовались во времена греков и римлян, особенно в Римской империи. И первый символ, хорошо знакомый всем вам, — ихтус. Ихтус популярен даже сегодня. Это рыба. Слово «ихтус» — это акроним, который означает Иисус Христос, Сын Божий и Спаситель. Как говорит Климент Александрийский, который жил в 150 году, рыба и буквы в этом слове говорят об Иисусе, о Сыне Божьем. Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель. Это печать, которую использовали в Первой Церкви. Эта эмблема была хорошо известна во II, III и IV столетии. И даже сегодня христиане во всем мире используют ее. Некоторые люди говорят, что когда римляне начали убивать христиан, то христиане рисовали на песке символ рыбы, тем самым обозначая свою верность Иисусу Христу. Безусловно, так говорит традиция. Второй символ — один из популярнейших. Это крест. Крест второго столетия был в форме буквы «Т». Климент Александрийский, отец ранней церкви, называл его знаком Господа. Были различные виды крестов, которые использовались в разные столетия. Есть византийский крест, крест святого Андрея, крест святого Петра, римский крест. Те кресты, что люди носят сегодня, датируются временем, когда крест стал символом христианства и распятия Господа. Есть еще одна эмблема. Когда-то она была на камне в Иерусалиме. Но кто-то пришел и стер ее с южных ступеней храмовой горы. Это был камень с вырезанными символами Альфа и Омега. Альфа слева, Омега справа. А по центру был все тот же крест. Мы вспоминаем Откровение, 1 главу, 8 стих, и 21 главу, 6 стих, где он говорит: «Я есть Альфа и Омега». Альфа — это первая буква греческого алфавита, а Омега — это последняя буква. Они говорят о том, что Христос есть начало и конец. Мы знаем, что Христос был с Отцом, что у Него нет начала и конца. Но это означает вот что. Я начал это, и я же это и закончу. Он автор, Альфа и Совершитель, Омега, нашей веры. Альфа и Омега. Также есть две известные греческие буквы «Чи», «Ро». Это две греческие буквы, которые формируют монограмму Христа. Это первые две буквы имени Христа. Эти символы были хорошо известны во времена римлян, в конце первого, начале второго, третьего и даже четвертого столетия. Если посмотреть на соборы православной церкви, то там вы можете увидеть символ Чи, Ро и рыбу, а также крест. Каждый раз, когда вы видите крест, особенно римский крест, это символ христианства. Есть еще один символ, о котором я хочу вам рассказать. Это мессианская печать Первой Церкви. В 1963 году один араб нашел серебряный артефакт, на котором была печать Духа. Позже на горе Сион нашли грот. Как говорит человек, который нашел его, «Только мне удалось сфотографировать его». Это был грот, в котором монах Тихофей в 1969 году вел раскопки. Люк Шнайдер, который позже встретился с ним, получил 8 кусочков глиняных сосудов. Об этом писали в журнале «Израиль сегодня». Тихофей нашел 40 кусочков сосудов со странным символом. Этот символ напоминал еврейскую минору и ихтус — рыбу. Если взять основание миноры и хвост рыбы, то получается нечто похожее на звезду Давида. Это лучшее изображение, которое находится на большом камне, которое сохранилось сегодня.
сегодня. Это был символ того, что иудеи — это менора, и язычники, то есть эта рыба, становятся одним новым человеком во Христе. И сейчас я хотел бы показать вам этот символ. Интересно, что получившаяся из хвоста рыба и основание меноры — звезда Давида — однажды станет символом Израиля. Все это было найдено после шестидневной войны 1967 года. В 69 году, когда Иерусалим снова стал столицей Израиля. Сегодня мы видим, как мессианские евреи и язычники объединяются в одно целое под Иисусом Христом. Опять же, это не звезда Давида, но похоже, что именно она объединяет всех. Это очень известная эмблема. Мы показываем ее по телевидению, потому что я сам побывал там и сделал фото. Я хочу сказать вам, что она стала очень и очень популярной в наши дни. Как я уже говорил, там было найдено 40 фрагментов. 8 фрагментов дали Люку Шнайдеру. Эту эмблему начали наносить на украшение. У нас есть множество ювелирных изделий с этой эмблемой, которая часто становится поводом для разговоров. Интересно, что эта эмблема появилась в церкви 2 и 3 столетия. А нашли ее после шестидневной войны, когда Иерусалим снова стал единым целым. Сегодня же мы говорим о том, что евреи и язычники также объединяются, становясь единым новым человеком. Мне кажется весьма интересным то, что все это нашли после того, как Иерусалим снова стал столицей Израиля. Я считаю, что это пророческая находка. Но это мое мнение. В Библии есть слова и предметы, которые мы не понимаем, потому что они связаны с римской культурой. Первое явление Христа говорит о некоторых из них. Давайте же поговорим о них. Я хочу показать вам нечто интересное. Давайте прочитаем стих о рождении Иисуса. «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Я хочу обратить внимание на фразу «положила его в ясли». В наших рождественских представлениях ясли — это деревянная коробка или ящик, в который кладут сено и кукол. Ребенка. Но во времена Иисуса ясли были из камня. Их вырезали из известняка. Они 3 фута в высоту и 2,5 в ширину, глубиной в 10 дюймов. Традиционно церковь Рождества Христова в Вифлееме принято считать местом рождения Христа. В той церкви мраморный пол, но людям говорят, что это именно та пещера, где родился Иисус. Но в Израиле есть примеры других яслей. Одни из них находятся в Мегидо, и сделаны они из камня. Вы видите там углубление. Его достаточно для того, чтобы положить туда ребенка. Это настоящие ясли. Ясли для нас — это совсем не то, что мы видим на Ближнем Востоке. Эти ясли были сделаны до римлян или во времена римлян. Мы также читаем, что она спеленала его, когда положила в ясли. Ребенка мыли, натирали солью и пеленали. Они брали большой кусок ткани, клали в него ребенка и заматывали его другими кусками ткани. Это интересно, потому что у нас есть изображение с пеленками, которыми Мария спеленала Иисуса. Интересно то, что это было знамение о том, что однажды его тело будет омыто. Как вы помните, после распятия тело омыли, намазали мазями, а затем закрыли тканью. Они также взяли куски ткани, как на том рисунке, и обвязали ими ткань вокруг тела Иисуса. Агнец Божий, который родился в Вифлееме, где разводили овец, чтобы принести в жертву в храме на Пасху. Этот прекрасный Агнец Божий родился в хлеву. А почему это так важно? Потому что все животные, которых приносили в
в жертву, рождались в хлеву. И Иисуса спеленали. Это был прообраз того, что однажды его также завернут в ткань во гробе. Но слава Богу, что он не остался там. Он воскрес из мертвых. Интересно, что он родился в хлеву. Некоторые люди считают, что это ужасно, что зимой там очень холодно. Скорее всего, Иисус был зачат где-то на Хануку в декабре, а родился где-то во время кущи. На самом деле, многие евреи, которые тогда праздновали кущи, должны были находиться на улице. Скорее всего, Иисус родился именно в то время, а осенью там не так уж и холодно. Сказано, что Слово стало плотью и обитало среди нас, то есть жило в кущах среди нас. Это небольшая заметка, чтобы привлечь ваше внимание. Давайте поговорим о еще одном предмете времен Христа. Я прочитаю вам место из Писания. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». Что такое окрашенный гроб? Это весьма интересно. Мы на Западе хороним людей на глубине 6 футов в деревянном или металлическом гробу, закапывая его землей. Но во времена Иисуса могилами были пещеры. Они вырезались в известняке. А внутри известняка были ниши. Когда человек умирал, то его тело брали, обматывали, как это сделали с телом Иисуса, и клали в нишу. Позже, после того, как тело человека распадалось, где-то через год, они разматывали ткань, доставали кости и клали их в урны или оссуарии. В могилах Бет-Герима есть большие урны, на которых вырезаны имена умерших. Их также называют костницами. Это большие ящики для костей, которые накрывались камнями. Это делалось для того, чтобы могилу не разграбили. Часто людей хоронили с их имуществом, золотом, серебром, сосудами и так далее. Во времена Иисуса гробами были пещеры из белого известняка. Даже когда умер Иисус, сказано, что Петр спустился в гроб, чтобы посмотреть на место, где лежало тело. Все потому, что вход был маленьким, и его закрывали большим камнем. Я хочу добавить еще один момент касательно распятия Иисуса. В 1991 году мы были в Израиле. Бульдозер нашел место погребения. Позже мы узнали, что это был семейный склеп Каиафа, который тогда был первосвященником. Как бы мне хотелось сфотографировать этот склеп, когда мы останавливались там. Кроме того, в Израильском музее есть ступня распятого человека. Опять же, она была в Иссуарии. Там есть гвоздь, который погнулся, когда его забивали в крест. Они не смогли достать гвоздь, и поэтому просто отрезали лодыжку. Кроме того, там также нашли куски дерева. Это доказательство того, что римляне проводили распятие в то время. Мы не знаем точные даты, но эта находка все равно интересна. Вот посмотрите, это фрагмент ступни и загнувшийся гвоздь, который просто не смогли вытащить. Итак, окрашенный гроб — это не что иное, как могила, в которую клали мертвецов. А вот почему Иисус сказал, что они похожи на окрашенные гробы, наполненные костями. Опять же, мы показываем вам предметы римских времен. Мы на Западе не понимаем их. Но нам нужно понимать их, чтобы понимать библейские пророчества, что в точности было описано в Библии. А вот тогда мы будем ориентироваться во всем Писании. Доступны уже сейчас серия новейших проповедей на DVD «Антихрист, его конфедерация и последняя восьмая мировая империя». 8 часов совершенно новых изучений и откровений ждут вас. Мы детально рассмотрим, какой будет империя, которая в будущем захватит весь мир. В этом изучении будет раскрыта последняя тайна Антихриста. Пастор Перри расскажет о корнях теории об Антихристе в Писании, о том, что пророчество
пророки, Христос и апостолы говорили по этой теме, а также об учениях ранних отцов церкви и об исторических личностях, которых принимали за Антихриста. Вы узнаете основное пророчество о царстве Антихриста и его 10 царях, о роли ислама в будущей Восьмой империи. Будет раскрыто место, откуда произойдет Антихрист, где он будет править и что будет делать. Мы детально рассмотрим, что такое знак зверя и как он установит контроль над мировой экономикой. Также вам станут доступны многие пророчества, которые раньше редко упоминались. Это изучение ответит на многие ваши вопросы. Оно включает в себя изучение слова, исторических фактов и пророчества из Нового и Ветхого Заветов. На этих 4 DVD-дисках записано около 8 часов изучения с многочисленными наглядными материалами. Набор из 4 DVD-дисков можно приобрести за пожертвование от $65. Чтобы сделать заказ, посетите наш сайт или позвоните по телефону на экране. А также вы можете написать нам по адресу, который сейчас вы видите на своих экранах. В наше время, когда мы видим исполнение библейских пророчеств о последних днях, эти проповеди актуальны как никогда. Вы можете поделиться этой информацией со своими близкими. У меня нет слов, чтобы подчеркнуть важность этого комплекта. У меня ушел месяц на исследование темы. Если быть точным, у меня ушли годы на изучение темы и месяц на монтаж. Проект похож на документальный фильм. И вы получите ответы на вопросы. Сегодня мы слышим много противоречивых мнений. Закажите комплект. Используйте шанс и закажите диски для вас и для семьи. Для семейного изучения Писания. Один из служителей сказал: «Я верю, что Антихрист уже действует. Я тоже в это верю. Тем не менее, я не пытаюсь со стопроцентной уверенностью утверждать, что это так. Но я верю, что мы с вами живем в последние дни. В любом случае, уделите время и сделайте заказ. К несчастью, эпидемия ковида изменила график поездок нашего служения. Я написал 4 книги. Мы до сих пор трудимся над особым проектом, не покладая рук. Эти книги будут напечатаны примерно через несколько недель. Мы собираемся напечатать новую пророческую книгу об апокалиптической перезагрузке в Соединенных Штатах Америки. Почему я люблю книги? Вы получаете учение из точки, куда вы не можете приехать. У некоторых из наших пожилых телезрителей нет электронных устройств, но они читают печатные книги. Читайте книги, и вы узнаете много полезного. Знания отличаются от информации. Они изменяют жизнь. Итак, в будущем мы представим вам эти книги. Спасибо тем, кто приедет на пророческий саммит в июне. Места заняты, но не все. Сотрудники служения внесут ваше имя в список ожидания. Также продолжается регистрация на летний фестиваль «Воин», где будет много молодежи. Юноши и девушки, приезжайте на это большое событие, которое пройдет с 9 по 11 июля. Регистрация еще продолжается. В начале лета мы откроем регистрацию служений в нашем лагере. Туда приедут Томми Бейтс, Дженсен Франклин и Джон Килпатрик. В октябре будет много мероприятий. Если вы не знакомы с расписанием поездок, то, пожалуйста, зайдите на наш сайт. Перри Стоун приглашает вас на международный пророческий саммит с 24 по 27 июня в здании Центра Омега в Кливленде, штат Теннесси. Билл Клауд, Джоэл Ричардсон, Марк Билдс, Перри Стоун. Количество мест ограничено. Регистрируйтесь сегодня. Больше информации на нашем сайте perrystone.org. Не упустите возможность стать участником самого важного служения 2021 года.